Все еще на острове, сейчас нас можно поздравить. Нас стало больше, сегодня к нам приехал Сергей, это наш друг из Краснодарского края, который, ну, наверное, год назад он эмигрировал из Украины, он с украинским паспортом, он из Донецка, его дом сожгли, когда там начались военные действия. Он работал тренером в тренажерном зале в городе Краснодаре, и как раз мы там занимались, с ним познакомились, я ему рассказал то, чем я занимаюсь, рассказал о компании «Атлант», о том, что мы помогаем людям подать на политубежище в Соединенных Штатах. Ему эта идея очень сильно понравилась. Он сам подавал на визу, получил 2 отказа, но и в итоге пришел к нам, нашел мою визитку, позвонил. Вот. Сегодня он уже здесь, на острове. Мы сформировали его кейс на политубежище. Эпизодов было достаточно. Хотели его сначала подавать в Москве, в один из 17 филиалов Международной организации по миграции. Я недавно делал по этому видео. Вот. Но по объективным причинам мы отказались от этой идеи и решили его подавать здесь. Мы сделали все, чтобы он оказался на острове. Вот сейчас мы ему подыскиваем жилье, пока он спит. Вот, нашли ему гостиницу за $50 в сутки. Но это дорого, я думаю, что жилье будет здесь стоить дешевле. Вот как раз сейчас мы находимся в жилом секторе. Такие вот здесь домики, апартаменты. Дома разделены на 2 части. Долларов за 800, за 900, ну там до 1000 можно ему будет здесь что-нибудь найти. Вот. Ну и по пути будем снимать видео о том, как он соцадаптацию прошел, какие здесь цены на продукты, сколько здесь можно зарабатывать, сколько здесь в итоге придется находиться для того, чтобы в итоге переехать на континент и уже там проходить интервью. Вот кейс уже сформирован, осталось его только подать. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт USADefisVisa, последняя буква Z.com, в нашу группу Facebook, ВКонтакте, в Твиттере. Ну и привет из острова, то место, где принимают беженцев, то место, куда можно въехать без визы и в итоге прийти отсюда к американской мечте. Что в принципе неплохо, здесь круглый год лето, здесь всегда тепло, температура средняя 27-30 градусов, океан всегда теплый. Вот. Всем всего доброго, пока!